Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости этого канала, с вами по-прежнему Аракис, и сегодня, конечно же, я хотел бы вас пригласить на стрим. Стрим пройдет в 20:00 по Украине, конечно же, ориентируясь по Киеву, либо по Москве, России, то есть там уже смотрите, как у вас с часовым поясом и со временем. Да, что будет на стриме? На стриме будем просматривать ваши, конечно же, аккаунты под конец. ГВ не будет, так как, ну, вы понимаете, воскресенье. Единственное, что, конечно же, я разыграю аккаунт, возможно, даже два. Но там я посмотрю, как у меня со вторым аккаунтом. Один аккаунт точно будет на розыгрыше. Какой, вы увидите там, что нужно сделать для того, чтобы принять участие в розыгрыше. Просто быть на стриме и быть внимательным, просто слушать. Да, там написать одно слово и все. То есть от вас великих действий требоваться, конечно же, не будет. Поэтому обязательно, конечно же, регистрируйтесь, чтобы вы могли иметь возможность написать в чате то, что я вас попрошу. Ого, нифига себе, 8 кристаллов. Чумачечья просто. Так, второй бой. Вот, и еще покажу один забавный сайт, который мне скинули. Ну, хотя я не скажу, что многие о нем знают, я, допустим, тоже не слышал, мне за все время его не скидывали. Сайт-эмулятор, на котором можно повызывать свитки, действительно прикольно сделано, то есть вы можете мистики повскрывать, LD-свитки, то есть Light, Dark, и эти легендарки можно повзрывать. Знаете, я поклацал, серьезно, если там точно такой же рандом, как и в игре, он меня очень взбесил, реально взбесил, потому что, о, это было что-то с чем-то. Ну, покажу я вам в чате, как я все это делал, поклацаю, кину, конечно же, ссылку этого всего действия, поэтому вы тоже сможете где-то там на досуге проверить свой рандом шанс выбить своего Зайроса, там, возможно, Праху и любого монстра, о котором бы вы там, не знаю, мечтали. Да, и последите за тем, какой же все-таки рандом, сука, суровый. Да, вот такие вот дела бывают. Так, B минус, ВВ, блин, тупо мана, блин, некоторым людям там чуть бы не по два свитка дается. А тут тебе на, блин, я не знаю, что я делаю не так. Такое ощущение, я же говорю, будто я хожу сюда один раз в неделю. И мне, блин, насыпают всякую чушь. Офигеть, может разок пропустить. Да, вот такие вот дела. Не знаю, что тут делать, чтобы рандомчик ко мне был более благосклонен. Не знаю, наверное, не тем богам молюсь. Ну же, эфочка. О, класс, вообще чудненько. Топовая руна, но места нету, да, ее процедим. Ну, понимаете, вот такие дела. Да, кстати, сейчас вам покажу, немножко переодел своего Тессариона. Немного, не так. Да, господи, сколько же этой рекламы. Не так, конечно, как хотел, так я и не выбил шестой слот руну на атак процент, но одел ему и сделал... Ой, не того вам показываю, этот еще голенький. Да, вы помните, у него было шанс крита где-то 40, да, 40%, сделал я ему 53, скорости добавил копеечку, там атаки чуть-чуть больше, хп ему добавил там где-то около, по-моему, 2000, я уже не помню сколько, точности у него плюс 5, но точность, вы знаете, я хочу снизить ему до 30, а точнее просто вот эту вот руну шестую поменять на контратаку либо Виолент и уже сделать комплект правильный на Тессариона, то есть он у меня будет, естественно, ДДшный Тессарион. Вы видите, руны как бы намекают, да, вот здесь атака, там атака, здесь вот сила атаки, то есть я его одел в ДДшного такого Тессариона. Правда, шанс крита у меня все-таки не получился тот достойный, которого бы я хотел, но возможно, хотя и в этой руне неплохо, 15%, и не факт, что я поменяю на атакующую руну, у меня шанс крита еще и меньше не станет. Но там я уже тоже постараюсь поиграться с рунами, сегодня я немножко успел, да, поэтому Тессарион меня чуть больше уже порадовал, знаете, крит, который он сегодня выдал на 33 тысячи с первого скилла, очень порадовал. Я понимаю, что там монстр был не супер идеальный, но далеко не первого уровня, да, то есть тоже с ракет, я не помню, кого я там уже бил, какого-то ветреного, по-моему, Люшена в раскол под атакой, но, короче, Люшен получил очень больно по жопе с вот этой вот несчастной атакой, да, на 30, почти 3000 крит, это было что-то просто с чем-то, да, короче, было больно. Давайте сыграем еще в лотерейку. Вот, лотерейку, что же нам даст? Кстати, да, не забывайте, что на стриме все-таки желательно вам зарегистрироваться, общаться в чате с людьми, задавать мне свои вопросы, другим... Ну, дайте же румусок. О, хоть пельменькой дали какую-то. Правда, не знаю, он, по-моему, должен быть 4-звездочным. Поэтому регистрируйтесь в чате заранее, постарайтесь это сделать, чтобы не иметь каких-то там проблем на стриме, то есть не тратить время даже на самом стриме. Сейчас посмотрим, что нам дали. А, 3-звездочный, какую-то хрень. Почему не 4-звездочного? Вот, сволочи, зажали.
Вот такие вот дела. 20:00 по Москве, по Киеву. Жду вас сегодня вечером. Запасайтесь вкусняшками, я не знаю, там, пивасиком, да, только маме не говорите. Водичкой сладкой, чайчика побольше. И жду вас. Да, начнем за минут 5 пораньше. Включу музычку. Все будет круто. До встречи на стриме. To what we have, you take us to the end.